Всем привет, ребята, с вами снова я, Ирина Ясинская. Значит, что сегодня будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. А перед началом не забывай подписаться на мой канал, сделай красную кнопку серой и поставь лайк. Ведь ты знаешь, больше лайков — чаще видео. Ну а так, мое видео выходит каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье, то есть 4 раза в неделю. Как вы смогли уже заметить, со мной кукла Вуду, Сиреноголового. Поэтому сегодня, ребята, будет видео про Сиреноголового, которую вы просили очень-очень давно, ребята. Сегодня я буду играть в экстремальные прятки с телевизора головым. Итак, ребята, вы спросите, зачем же у меня в руках кукла Вуду? А я вам отвечу. Кстати, со мной снимается моя собака Лаки. Поставьте лайки, потому что иначе она сейчас разорвет просто на мне куртку. Нельзя прыгать, Лаки, нельзя прыгать. Вот так, умница, хо. Прыгать нельзя. Лаки еще совсем щенок, ей нет и года, и поэтому она еще плохо учит команды, да. Прыгать нельзя, сидеть нельзя. Итак, ребята, со мной кукла Вуду для того, что так, как только мы вызовем телевизора голову, я хочу попробовать управлять им. То есть мы сегодня сделаем два действия в одном. Мы заговорим эту куклу Вуду на телевизора голову, и мы призовем телевизора голову при помощи доски для вызова духов. Отправимся в наш дом из дерева. Вот он, кстати, ребята, кто не знает, в этом доме просто тьма тьмущая, сколько мистики происходило, сколько здесь всего. Кстати, это была кукла Вуду, слепленная из пластилина, на светофор голову. Все эти видео есть на моем канале, ребята, их очень много. Так что, если вы не видели, пересмотрите все, будет чем заняться во время пандемии. На каникулах, короче говоря, ладно. Итак, ребята, вот она, наша избушка на курьих ножках, я ее называю. Реально, здесь очень-очень стрёмно. Лаки, ты принесла косточку? Иди поешь, потом придешь сниматься. И все хочет делать одновременно. И есть, и снимать видео, и защищать меня от злых духов. Итак, для начала мы призовем телевизора голову при помощи доски для вызова духов, ребята. Этой доске уже 1000 лет, я ее купила у одной ведьмы, ну, она, по крайней мере, себя так называла, поэтому спустя какое-то время она, видите, дала какую-то трещину, не знаю, может быть, там уже мистика прорывается сквозь эту доску. Итак, ладно, телевизороголовый, приди в этот мир, телевизороголовый, приди в этот мир, телевизороголовый, приди в этот мир. Отлично. Телевизороголовый, ты здесь? А, черт! Что происходит? Что-то, блин, не так. Я так понимаю, что, скорее всего, какой-то дух пришел. Скорее всего, конечно, это телевизороголовый. Теперь, ребята, быстро, нам нужно провести обряд над куклой Вуду. И нужно сделать так, чтобы она стала совместима с телевизороголовым, ребята. У меня есть специальные семена. Сейчас я их заговорю. Телевизора голового, и мы затолкаем их прямо в эту куклу Вуду. Так, пойдемте со мной. Теперь осталось произнести заклинание. Телевизора головы и эта кукла Вуду, соединитесь. Телевизора головы и эта кукла Вуду, соединитесь. Телевизора головы и эта кукла Вуду, соединитесь. Что происходит? Напал на тебя. А, жесть. Блин, что это было? Черт. Лаки, ты где была? Лаки, иди сюда. Лаки. Монстр. Лаки, нюхай. Черт. Такое ощущение, что на какое-то время, что ли, вселился. Походу, это произошло как раз именно переселение или соединение с телевизороголовым и этой куклы Вуду. Он, короче, временно напал на меня. Короче, ребята, слышите эту сирену? Итак, походу, экстремальные прятки начались, ребята. Нам нужно сейчас срочно спрятаться и попробовать управлять этой куклой Вуду. Так, черт, погнали. Я слышу. Слышишь? Это из леса. Мы сейчас отправимся прямо в лес.
потому что телевизороголовый, насколько я прочитала в интернете, он достаточно пугливый мозг. То есть он вообще, слышите, то есть он как, у него не сирены вот эти вот воют, а у него как будто как переключение телепередач старых разных, ну, в общем, в принципе, либо шипение, как у старого сломанного телевизора, ребята. Мы хотим его увидеть, но мы не хотим, чтобы он нас нашел. В этом и заключается суть этого челленджа. Мы прячемся от телевизора голового и пытаемся его заснять. И еще сегодня мы попытаемся им управлять при помощи этой куклы Вуду. Дим, смотри вперед. Смотри, мы сейчас туда пойдем. Дим, да покажи ты, покажи! Ты все пропустил, как всегда. Пропусти меня вперед. У нас есть кукла Вуду на телевизора голова. Все будет нормально. Лад, еще ты нюхала. Нет, Лад, ищи. У нас с вами, ребята, две защиты. Первая – это наша кукла Вуду. Вторая – это моя собака Лаки, которая, в принципе, может отпугнуть любых. Слушайте это. Блин, здесь нереально просто жутко в этом лесу. Он, во-первых, уже весь лысый. Здесь можно повстречать даже дикого кабана. Причем дикого кабана я больше боюсь, чем модификации сиреноголовых. Потому что хотя бы от кабана ты знаешь, что ожидать. А то, что происходит, короче, я не знаю, как действовать будет телевизороголовый. Я не знаю, какое у него оружие для того, чтобы убивать. Как вы думаете, как убивает телевизороголовый? Может быть, он просто так шипит громко, что аж ты оглохнешь, и у тебя из ушей пойдет кровь просто. Так, ребята, нам нужно где-то здесь спрятаться. Я думаю, что телевизороголовый, он, у него есть какая-то связь именно с этой куклой Вуду, и он обязательно за ней придет. Он будет следовать за ней, и здесь у нас офигенная локация открывается. Здесь мы, ребята, спрятавшись, можем очень хорошо и отчетливо снять телевизор голову. Так, давай за елку. Охотничья тропа. Идем. Отличное место. Дим, я думаю, здесь отличное место. Ты думаешь? Итак, ребята, нам осталось подождать всего лишь совсем чуть-чуть. Сейчас я попробую потрясти эту куклу Вуду, чтобы телевизороголовый пришел. Вон он! Сюда! Сюда! Ребята, прямо сейчас перед своими глазами вы видите телевизороголовый, как он ходит здесь по полю. Это, ребята, просто жесть нереально. Лаки, тихо-тихо. Но вы знаете, что монстры, они не боятся собак. Но собака, если что, она чует их и видит. Лаки, я сейчас ей не разрешаю идти, потому что, да мало ли что случится. Вдруг он увидит Лаки и причинит ей какую-то боль. Но этого не должно случиться. Так, Лаки, нельзя, нельзя сидеть, девочка моя, сидеть. Лаки, Лаки, ребята, ставьте лайки. Вы прямо сейчас перед своими глазами видите телевизороголового. Реально, ребята, так, он остановился. Сейчас у нас будет возможность, ребята, попробовать куклу Вуду. Смотрите, кукла Вуду стоит и телевизороголовый стоит. Погнали. Ребята, сейчас я попробую пошевелить ногами. Возможно, телевизороголовый тоже будет идти. Посмотрите. Итак, связь началась. Вот черт, вы видите это? Он реально идет, ребята! Он реально идет! Телевизороголовый идет! Я могу им управлять! Это просто нереально, ребята! Это просто нафиг жесть какая-то! Я могу управлять! Так, хорошо, давай теперь руками вот так.
Вот черт, ребята! Я управляю настоящим монстром! Настоящим монстром телевизороголовым, ребята! Я думаю, что пора заканчивать, потому что неизвестно, насколько долго продлится эта связь. И теперь я попытаюсь уничтожить эту куклу Вуду. И я надеюсь, что вместе с ней телевизороголовый отправится обратно в свой потусторонний мир. Итак. Нужно провести обряд. Итак, отрываем глаза, которые дают жизнь кукле Вуду. Отлично. Все. Черт, вы видели? Телевизороголовый упал и исчез. Реально это работает, реально я могу при помощи куклы Вуду управлять разными монстрами, ребята. Это просто жесть. Я впервые просто такое. У меня получилось, что целым монстром, настоящим телевизороголовым. Ребята, если вам понравилось это видео, не забывайте подписаться на мой канал. Подпишитесь также на канал, где я рассказываю страшные истории. Он называется Ирина Ясинская на русском, ребята. И не забывайте подписываться на мой инстаграм, Ирина Ясинская, и на мой ТикТок Ясинская 58, ребята. Я жду вас всех, свою огромную мистическую семью. С вами была я, королева мистики. Пока!